На сегодняшний день группа компании «Аптека-95» занимает лидирующие позиции на рынке фармакологии, фармацевтики, медицины и также на смежных рынках. Основополагающий принцип работы «Аптека-95» – это порядочность, выполнение всех своих обязательств перед партнерами. Рост нашей фирмы, безусловно, связан с качеством наших сотрудников. Группа компании «Аптека-95» – большая организация с мощным потенциалом. Амитрин является основным направлением деятельности группы компаний. Продвижение и реализация фармацевтической продукции и высокий уровень профессионализма – это то, чем мы гордимся и что делаем для вас. Нашей главной целью является развитие фармацевтических и медицинских рынков, вывод новых лекарственных средств, фармацевтических товаров, применение инновационных методов, промоции на фармрынке – это наше будущее. Деятельность «Аптеки-95» направлена на комплексное обеспечение предприятий фармацевтической, косметической, пищевой, ветеринарной и химической промышленности Украины и стран СНГ. Одним из крупнейших подразделений нашей фирмы является департамент поставок фармацевтических субстанций, промышленного и лабораторно-аналитического оборудования. Наша работа основана на честности, партнерской надежности и на высокой квалификации и профессионализме сотрудников. Основная цель нашей работы – это сделать ваш собственный успех ближе, реальнее и ощутимее. В группу компаний «Аптека-95» также входят торговый дом «Альвекс», научно-производственная лаборатория «Гранум», производственная фирма «Спайнлаб». «Альвекс» является лидером в обеспечении лабораторий диагностическими тест-системами, расходными материалами, химическими реактивами. Лаборатория «Гранум» является единственным отечественным производителем тест-систем для иммуноферментного анализа. Мы также производим латекс-тесты и CD-диагностику. В группе компании «Аптека-95» «Спайнлаб» – самое молодое предприятие. За 2 месяца работы «Спайнлаб» успешно вышел на отечественный рынок биохимических наборов. Основой нашего развития является анализ рынка и сотрудничество с ведущими специалистами в области лабораторной диагностики Украины, России и других стран. Нашей общей задачей является правильная и своевременная диагностика различных видов заболеваний, что в конечном итоге и есть наша миссия. Наша фирма «Аптека-95» начиналась именно с нашего направления – продажи медицинской техники. Сегодня мы входим в десятку крупнейших фирм Украины, а ведущее стоматологическое направление контролирует 1/3 рынка стоматологических установок. Одно из непоследних наших достижений – издание первого и единственного журнала в Украине «Медтехника и стоматология». Потенциал и профессионализм нашей команды таков, что мы не только продаем, но и производим оборудование мирового уровня. Мы уверены, что без производства развитие не имеет перспектив. Работа отдела санаторно-курортного лечения группы компании «Аптека-95» направлена на обеспечение санаторно-курортных учреждений нашей страны всем необходимым спектром медицинского оборудования, которое бы позволило максимально качественно восстанавливать и укреплять здоровье людей, гарантируя им удовлетворенность от пребывания в санаториях. Наша миссия путем полного оснащения медицинской техникой центров реабилитации и курортологии постоянно совершенствовать процессы оказания комплекса высококачественных санаторно-курортных услуг, обеспеченных высочайшим профессионализмом, доброжелательностью и этикой сотрудников. При единстве успешного отдыха и лечения, наряду с природными факторами курортов и мастерством врачей, наше оборудование – это равноправная и неотъемлемая составляющая. Которому
сейчас запишем. Итак, первая часть тема ответа – это… Пятнадцать лет назад наш отдел начинался с одного человека. Сейчас это большой сплоченный коллектив, который обладает прекрасными знаниями, прекрасными возможностями в бизнесе, способный самообучаться, способный саморазвиваться. И самое главное, я считаю, результат – это не заработанные деньги, не успех в бизнесе, а душевная радость, счастье, наслаждение от твоих успехов. Успехом моих сотрудников я считаю то, что к ним прислушиваются профессионалы, работающие в узкоспециализированных областях, заведующие лабораторией, с огромным стажем, более 20 лет. Они слушают их очень внимательно, с интересом, потому что знания, которые мы получили на семинарах за границей, которые мы наработали своим опытом, мы им это рассказываем интересно, познавательно, а самое главное, технологично и современно, как это должно быть в 21 веке. Центр медицинской техники является структурным подразделением группы компаний «Аптека-95». Мы обслуживаем, производим и разрабатываем медицинскую и промышленную технику разного уровня сложности. Центр медицинской техники является крупнейшей фирмой по обслуживанию медицинской техники в больничных учреждениях города Харькова и Харьковской области. Кроме этого, мы разрабатываем и производим необходимую медикам технику и являемся лидерами в Украине по производству, например, такого изделия, как дескамера. Обслуживая и производя медицинскую технику, мы обеспечиваем бесперебойную работу медицинских учреждений. И в этом мы видим свою миссию. Предприятие Ярославна разрабатывает новые виды изделий для фармзаводов, для медицинских учреждений. В настоящее время на предприятии работает экспериментальная швейная лаборатория, где инженер-конструктор разрабатывает новые модели, новые образцы изделий, халатов, костюмов для медицинских работников. Мы создаем для медиков удобную, комфортную, функциональную, красивую и элегантную медицинскую одежду. Все пожелания заказчиков и специфику их работы мы обязательно учитываем. Прачечная «Кристалл» оказывает услуги по стирке белья лечебно-профилактическим учреждениям Харькова и Харьковской области. Прачечная «Кристалл» оснащена современным оборудованием с разными энергоносителями. Это пар, электроэнергия, для того, чтобы бесперебойно обслуживать своих клиентов. Мы разработали программу, в рамках которой обеспечиваем лечебные учреждения Харькова и Харьковской области мягким инвентарем. Мы хотим, чтобы пребывание пациентов в лечебных учреждениях было по-домашнему уютным. Основанием для создания фирмы «Аптека-95» послужила фирма «Медтехника». Тогда ставились мизерные задачи – продажа, ремонт, обслуживание медтехники. После создания фирмы «Медтехника» и работы несколько лет, мы поняли, что без развития работа фирмы невозможна. И была создана фирма «Аптека-95», которая начала реализовывать лекарства оптом и в розницу. На сегодняшний день мы работаем со всеми уголками Украины, со всеми странами мира. Наша компания является одной из самых интересных тем, что мы максимально используем наши передовые технологии, которые используют все выдающиеся компании в мире. Создавая фирму «Аптека-95», мы руководствовались следующими принципами. Честность по отношению к сотрудникам, честность по отношению к своим партнерам, честность по отношению к себе. Я бы хотел, чтобы мы были оптимистичными сегодня, смотря в будущее. Мы должны видеть себя самыми интересными для наших клиентов. Мы должны быть самыми интересными, наверное, прежде всего для нас самих. И поэтому я хотел бы, чтобы вы все
сегодня посмотрели вперед и сказали, мы будем такими, мы добьемся успеха, мы станем самыми лучшими. Я уверенно смотрю в будущее нашей группы компаний. Я уверен, что мы празднуем не первое 15-летие.